Давай. Да, мы, короче, с братишкой самое, блядь, попрыгали с тарзанки. Ну, он лох, он не попрыгал, а я попрыгал и ебанулся, вот. Пиздец. Вот сейчас, короче, мы стоим у костра, вот, греемся, бля, потому что пиздец, нахуй. Слушай. Пиздец, нахуй. Ну, если бы ты имел один шанс, одну возможность, о, у тебя новый шмат, получить все, о чем мечтал ты, в один момент, ты бы воспользовался этим? Или бы оставил все как есть? Yeah. В поту ладони его руки словно ватные. В блевотине свитер будто тонет на нервах. Весь, но внешне он тут спокоен и готов к бою, но тупо вспомнить не мог, что сам написал и весь зал орет. Ты нельзя сейчас ему промолчать, но в горле ком. Для них это все прикол и стекло. Его время, он вернулся грязь.